Община Западного Азербайджана направила письмо парламентской ассамблее Совета Европы, в котором призвала начать мониторинг выполнения обязательств официального Еревана по обеспечению права на возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев. Западный Азербайджан считает, что этот вопрос должен стать предметом процедуры мониторинга ПАСЭ. Рассмотрение вопроса является не только обязанностью мониторингового комитета, но также внесет большой вклад в признание и соблюдение прав человека, а также в установление устойчивого мира и безопасности. Община Западного Азербайджана готова к диалогу по этому вопросу с мониторинговым комитетом ПАСЭ, говорится в письме.